Приветствую вас на своем канале. Сегодня будем готовить домашний сыр всего лишь из 3 ингредиентов. Этот рецепт сыра получится абсолютно у каждого, но при этом полезнее, вкуснее магазинного. Для сыра нам нужно молоко, уксус и соль. Молоко можно брать любое, но лучше домашнее. Так сыр получается вкуснее и нежнее. В кастрюлю наливаем молоко и ставим на огонь. Молоко доводим до кипения, но не кипятим. В 3 приема добавляем уксус. Убираем с огня. Берем дуршлаг или форму для сыра. Выкладываем туда наш сыр. Даем стечь сыворотке. Переворачиваем сыр. Солим. И оставляем еще на полчаса. Еще раз переворачиваем сыр. И солим. Убираем в холодильник на несколько часов.
из 6 литров молока у нас получается 700 грамм домашнего сыра. Приготовив сыр в домашних условиях из молока и уксуса, можно быть уверенным в его пользе и натуральности, без всяких загустителей, красителей и других пищевых добавок. Этот рецепт можно использовать как базовый. Добавьте в молоко мелко нарезанную зелень, укроп, петрушку, кинзу, измельченные орешки, пряности, лук-шарлот и так далее. Совсем немного творчества, и у вас соберется линейка новых вкусов. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!